Доброго дня, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». Я Роман Карасев. И сегодня мы продолжаем рассматривать варианты выполнения или проведения тренировочного занятия с помощью борцовского чучела, который переоборудован для занятий дзюдо. Вот вы видите мой партнер, борцовский манекен, или чучело его еще называют. На нем одето кимоно. И давайте мы посмотрим сегодня, и я вам покажу так называемый круговорот удержаний в дзюдо. То есть я буду делать сейчас асайкоми удержание, и постоянно контролируя своего манекена, да, удерживая внизу, проводя контроль, я буду перемещаться по кругу, таким образом меняя каждый раз вид асайкоми, вид удержания. Итак, ну лучше один раз показать, чем сто раз рассказать. Значит, если вы знаете все виды асайкоми, удержания, это хорошо. Если вы не знаете, здесь очень важно просто менять направление, то есть перемещаться, не теряя еще раз контакт. Первое асайкоми у нас самое распространенное, сагатами, удержание сбоку. Итак, с этого удержания я перемещаюсь на удержание со стороны головы. Смотрите, что происходит. Я убираю руку с головы и перекрываю здесь руку. Эта рука у меня уходит сюда. И я отсюда переместился. Дальше я начинаю передвигаться, делать удержание поперек. Дальше я передвигаюсь, удержание верхом. И дальше я передвигаюсь, удержание вот такой позиции. И могу опять прийти к исходной позиции. Давайте покажу в другую сторону. Итак, первое. Я все время передвигаюсь, делаю опоры. Мой борцовский манекен – это моя опора. Я на нем все время лежу. Перешел. Я начинаю с бокового удержания и дальше начинаю вращаться. Для чего этот метод тренировки? Он учит вас постоянно чувствовать и контролировать своего партнера. Если так, как мы знаем, что бывает порой так, мы держим удержание, наш партнер начинает куда-то выкручиваться, и мы сразу теряемся, и он уходит из практически выигранной нами ситуации. Да? А тут мы можем маневрировать и понимаем, как наше тело может реагировать, в какие стороны оно может вращаться. Как говорится, не упираться только в одну стену. Да? Мы взяли это асайкоми и можем переместиться на другое асайкоми. Мы знаем, что из одного вытекает другое, из второго вытекает третье, из третьего четвертое и так далее. То есть вариаций много, и таким образом мы учимся эти вариации исполнять с помощью нашего тренажера борцовского манекена в тренировочном процессе дзюдоистов. Вы смотрите видеоканал «Планета Дзюдо». С вами был Роман Карасев. До новых встреч!